Цикл «Хворостовские друзья» меняет масштаб. Концерты знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского в этом году пройдут в 4 городах. Вместо привычного дуэта сложилось трио. Приглашена не только сопрано Екатерина Сюрина, но и тенор Чарльз Костронова. Продолжается и поиск формы. В прошлом году в рамках проекта с Игорем Крутым певец впервые обнажил торс. Сейчас зрителя также ждет сюрприз. Будут разыграны большие, смешные, красивые сцены. Конечно, нужно, чтобы вся эта система микрофонов была так устроена, чтобы мы были свободны в движении, конечно. Потому что там все-таки двигаться нужно, будет похохатывать, смешить и прочее. Новых друзей Дмитрий Хворостовский представил на пресс-конференции. Екатерину Сюрину называют русским чудом не только за великолепный голос, но и за стремительную карьеру. Известный студент Гитиса принесла партия Джильды в опере Верди «Риголетто». Партию герцога пел никто иной, как Дмитрий Хворостовский. Сегодня Сюрина выступает на лучших площадках штатс-опер Ковенгарден «Ласкала». Американец Чарльз Костронова – супруг Екатерины. Он спел чуть ли не все главные моцартовские теноровые партии. В его репертуаре французская классика и итальянская бельканто. Thank you.